В соревнованиях приняли участие 4 команды, представившие политехнический техникум. Тренер Булат Иляхунов, гимназию номер 18, тренер Владимир Патраков, команда «Горняк», тренер Никита Собора и гости из Полысаева, команда «Дюсш», тренер Михаил Черданцев. Регламентом турнира было определено, что коллективы сыграют каждая с каждой, но не до 3 побед в сетах, как в большом волейболе, а до 2. Первыми начали ребята из политеха и гимназии 18. Результат по сетам 25-10 и 25-18 в пользу студентов. И эта победа сразу сделала их претендентами на главные медали. Вторая игра — «Горняк», хозяева площадки, и полысаевская «Дюсш». Интересный поединок, только в первой партии преимущество хозяев было практически очевидным, о чем говорит счет 25-14. А вот вторая половина. Наши гости проявили характер, и долгое время борьба шла на равных с ленинск-кузнечанами. На табло было даже лишь минимальное превосходство хозяев – 21-20. Но в итоге победили молодые горняки, в концовке матча взяв верх – 25-22. Практически без перерыва ребята из «Дюсш» выходят на следующую встречу против студентов политехнического техникума. Еще, наверное, под настроением предыдущего матча полысаевцы упорно бьются с соперником и уступают в первом сете только 21-25. Но вот вторую половину просто проваливают – 12-25. Следующее противостояние – «Горняк», гимназия 18. Но все-таки преимущество ребят, решивших основательно заниматься этим видом спорта, над гимназистами было заметно по итогам сетов – 25-14 и 25-15. И эта победа – очередной шажок к главному призу. А вот в последних двух матчах зрителям пришлось поволноваться. И в последней игре горняки стали победителями. Переиграли политехов, но в 3 сетах 2-1 выиграли в первом 25-17. Неожиданно проигрывают во втором 15-25 и побеждают в третьем, укороченном 15-11. И заслуженно становятся первыми. Но перед этим не менее упорным получился поединок и между гимназией и полысаевским «Дюсш». Победили последние тоже в 3 партиях 25-21, 21-25, 15-11. Итог достаточно скоротечного, но весьма интересного турнира следующий. Гимназисты. Капитан команды Евгений Клюев. 4-й. На 3-м месте гости из Полысаева. Капитан команды Кирилл Нестеров. Символичное серебро у волейболистов Ленинск-Кузнецкого политехнического техникума. Капитан Максим Хилькевич. А обладателями кубка стали ребята команды «Горняк». Капитан Артур Салмин. Анна Кириллова, Александр Иванов, Ленинск ТВ.